Да, это мама моя и сестрица Варя. Мама очень добрая, а Варя задумчивая. Варюшка все время на математических олимпиадах призы брала, а в последний раз на главный приз подарили живого ослика. Так мы его свежими овощами кормили. А потом он сдох, и мы его во дворе детскими совками 4 часа закапывали. А теперь там, на этом месте, яблонька выросла. Фердыщенко, еще один наш постоялец, галерейщик. И пукает оглушительно, по любому подходящему поводу. Сейчас самый что ни на есть подходящий случай. Салют в честь высокого гостя. Пойдем чаем полакомимся. Решил я все-таки маму на Настасье Филипповне жениться. За ней 3 вагона тушенки дают. Дурная баба, беспорядочного образа жизни. И сопьешься. Но тушенка, мама. Че тушенка? Где гарантия, что они тебе свежую дадут? Вдруг просроченная давно. А эта алкоголица нас всех трипером перезаражает. Ну что, сволочь столичная, знакомиться будем? Чем обязана Настасья Филипповна? Вы, я слышу, основательно датая. Поскандалить изволите или так, от чистого сердца? Поскандалить. А слышали, что я за вашего дрочилу могу пойти? Чего это он дрочил-то? Да кто же не знает. Все знают, самый первый в столице рукоблуд. Но дело не в этом. Дело в том, что я еще не знаю, пойду я за него или нет. Ты говори, да не заговаривайся. Скажи спасибо, что тебя в квартиру пустили. Твое место не в приличном доме, а в публичном. А я куда пришла, позвольте уточнить? Тут же бордель что ни на есть, причем копеечный. Вы комнаты сдаете? Ой-ой-ой, все пропало. Тушеночная невеста нас тут всех разоблачила. Не твоего пропитого ума дело. А что касается замужества, то надо еще поглядеть, подходишь ты Гане или нет. Так вот ты, Варя, какова. А я-то думаю, чего тебя саму-то никто не берет? Я бы взяла. Двор сторожить. Товарищи, мы здесь говорим, а там все стоит. Что стоит? Все стоит. А папа прав. Конечно, прав. Надо бы кое-кому в морду дать. Ой, какой кошмар. Королевна моя, Снегурочка, поедемте голыми на проходе кататься. Жопками плотву погоняем. Как? И вы здесь, жемчужина моя? Дайте-ка я вас немедленно поцелую. Парфен Семенович, куда тебе целоваться-то? Ты же облеванный весь. Чем обязан? Обязан? Еще как обязан. Помнишь, ты у меня на кремацию мамы денег занимал? А мама-то жива? Вот я и пришел тебя поздравить и денежки свои вернуть. Давай-ка мои денежки. Какие денежки? Ганя, зачем тебе денежки? Мама, ты же знаешь, я не пью. Я завязал. Это все ложь, дикая, наиковарнейшая ложь. Он же очерняет меня в глазах общественности. Ах ты мерзавец, маму в гроб упек. Молчать. Гавриил Ардалионович, нельзя женщину обижать, да еще и на людях. Тогда тебе, идиот. Ой. Порудок нет за Льва Николаевича. Пацаны, мордуй центровых. Тигрица моя, вот это веселье. Я тебе сегодня вечером ведро денег принесу, если ты за меня пойдешь в ЗАГС. Я подумаю. Милости прошу сегодня вечером к себе на коктейль. Хорошо у вас, но пора. Дочь ваша, Варя, как хороша. Как работает левый снизу. А сын все-таки дрочила.